В прошлом году Могилевский облсполком утвердил комплексный план ускоренного развития Бобруйска и Бобруйского района. Он включает в себя реализацию мероприятий в сфере транспорта, строительства, торговли, спорта, промышленности, образования и здравоохранения и не только. На заседании с участием губернатора подвели предварительные итоги 2020-го. Здесь отмечено успешное выполнение многих показателей. Тем не менее, Леонид Заяц акцентировал на проблемных вопросах, а также поручил за ноябрь-декабрь наверстать упущенное. Завершить этот год нужно не хуже предыдущего. Эту задачу поставил глава государства. Цель жизни радости то, что Могилевская область с определенным текстом обеспечит достижение уровня 2019 года. Нам удалось расти на 0,4% валового рынка продукта. В 2020-м в Бобруйске снижены запасы готовой продукции. Возросла прибыль от реализации. Устойчиво положительная сальдо внешней торговли. Продолжилось и создание предприятий малого бизнеса. Только за 9 месяцев зарегистрировано 73 юрлица, а в качестве ИП – 535 человек. Завершены также 3 инвестиционных проекта. Среди них открытие торговых объектов «Санта Ритейл» и автоцентр «Рено Лада». Учитывая ситуацию в мире, не достигнуты прогнозы во внешнеторговой сфере. В то же время – с учетом принимаемых мер по освоению новых рынков, новых видов продукции в четвертом квартале темп роста экспорта товаров по оценке составит 110,5%, что позволит по году выйти на положительную динамику и обеспечить уровень в 101%. В том числе стабилизируются экспортные поставки крупнейшего экспортера среди коммунальных предприятий «Эковерпро». Возобновлен экспорт Бобруйского мясокомбината. Экспорт легпромразвития и иных предприятий без ведомственного подчинения. Будет реализован комплекс мер в целях достижения показателя по объему строительно-монтажных работ. По итогам 10 месяцев уже обеспечен объем строймонтажа 102,5 миллиона рублей. Модернизация производства, выпуск новой продукции и строительство социальных объектов. В 2020-м в городских больницах открыты кабинеты МРТ, КТ, ангиографический комплекс, приобретены 9 машин скорой медицинской помощи, а также медоборудование. Организована работа и первой подстанции. Проведена реконструкция детской больницы и поликлиники. Уже в декабре красную ленту перережут в новом детском саду. Продолжается и строительство жилья. На особом контроле рост зарплаты. Поставлено. Четкая задача по концу года в среднем по городу Бобруйску выйти на уровень заработной платы не менее 1000 рублей. Для этого в последние 2 месяца нужно сделать много для того, чтобы увеличить выручку и пропорционально поднять заработную плату. Что касается Бобруйского района, здесь, естественно, упор делан на сельское хозяйство. Заместитель председателя Могилевского облсполкома подчеркнул, сейчас главное развитие и повышение эффективности животноводческой отрасли. Здесь также поставлены конкретные задачи в разрезе хозяйств по улучшению показателей, как количественных, так и качественных, что также повлияет на повышение заработной платы. В отчитываемом периоде экспортные поставки осуществлялись в 21 страну мира. В том числе в 2020 году товары дополнительно начали экспортироваться в 4 новых страны. Основу экспорта района в структуре составляет экспорт продукции деревообработки и изделия из дерева 65%. Районом обеспечено выполнение прогнозного показателя по количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых производств и предприятий. Во главе угла всего комплексного плана как по Бобруйску, так и по району показатели эффективности работы предприятий и повышения заработной платы. С учетом особенностей этого года и выявленных резервов будет готовиться новая программа уже на следующий год, которая также нацелена на опережающее развитие города и района. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск 360.